Таджикистан присоединился к международной акции «Ночь музеев» в программе экскурсии с живыми экспонатами, мастер-классы и концерты. Среди желающих прикоснуться к искусству была и Карина Нарзикулова. Прямо у входа Национального музея столицы гостей встречали акробаты, циркачи и музыканты. В 2024 году, поэтому мы специально, рабочая группа, подготовили 24 мероприятия для разных категорий, начиная с детского садика, да, до пожилого возраста. Здесь можно было познакомиться с культурами разных стран, выучить русский танец с ложками, попробовать турецкую пахлаву, освоить китайскую каллиграфию и даже поучаствовать в традиционном арабском застолье. Всего посетители встретили представительство посольств 14 стран. Ночью в музее оживают герои древнего эпоса. Прямо на глазах у зрителей развернули эпизод из знаменитой «Шахнаме» Абулкасыма Фирдауси. Это была трагическая сцена битвы Рустама и Сухроба, где отец убивает собственного сына. Такие постановки приобщают молодежь к великой таджикско-персидской литературе. Интересный факт, о котором можно узнать в этом музее. Этот этаж посвящен истории Таджикистана. Здесь можно было не только увидеть, но и приобрести частичку древней культуры. Резные шкатулки, украшения из натуральных камней и расшитые панно не отличить от экспонатов. Здесь это удивительно, потому что на другом месте так не проводится этот вечер. Мне очень приятно посмотреть все эти традиции. Все это традиционные, красивые. Сувениров очень много. Правило – фотографировать запрещено и экспонаты руками не трогать. В ночь проведения акции не актуальны. Можно было даже принять участие в мастер-классах по реставрации древних кувшинов. Я первый раз в Таджикистане, первый раз в этом музее. Получила такое огромное удовольствие, так много узнала о таджикской истории, развитии, о культуре. Очень интересно, очень понравилось. Еще и выставки замечательные. К акции «Ночь в музее» присоединились тысячи гостей. В Таджикистане ее провели в 11-й раз. Благодаря таким мероприятиям становится больше желающих прикоснуться к истории. Карина Нарзикулова, Парвиз Манонов, Мир 24.